Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем кампанию за легионов проклятых. Первая глава, вторая часть. Так, после записи я тут полетал, понаставлял лоз. Золото, так что меня сейчас попрет. Здесь появился имперский герой. Сафари. Он тут тусуется возле моего варана. Я тут успел заклинания кое-какие потырить. Силу и еще одну силу 4 уровня. В принципе, там больше ничего такого нету. Ну, а наш герой сейчас попробует пробиться вот сюда, подраться с защитником веры. Ну, в принципе, нам нужна магия жизни и урон, чтобы творить на себе заклинание на урон. И, кстати, я решил уточнить информацию первой кампании за легионов проклятых. Что же там было с Утером? Чего надо было его легионом проклятых убивать. Оказалось, все дело в том, что изначально, как писалось, что типа Басарзан был низвергнут, да, и гномы их там, короче, запечатали специальной руной, и он не мог выбраться. Вот, и настало время, как бы там, через определенное время приходил там специальный жрец гномий. Вот, и решил он перезапечатать эти врата, чтобы они оставались сильными, как бы удерживали Бесрезена. Или Бетрезена, я не знаю, как правильно. Вот. Ну, собственно, это в компании все происходит за демонов в оригинальной. Они убивают гнома, спасают Бесрзена. Вот, но появляется вместо их владыки там этот Утер. Вот. Ну и как оказывается, что типа Ду Бесрзена сидит в этом Утере. Этого сына Димасфина, который правил империей. Вот, ну а потом то все и дальше вот такие небольшие непонятки. В итоге демоны узнают, что оказывается, Бесрзен вообще не в Утере сидел, типа Утер это какой-то просто, ну типа часть его. Ну, им завладел как бы демон этим Утером, но он как бы не от Бесрзена, что-то такое было. Вот. То есть как будто часть энергии Бесрзена в нем сидит, часть просто какой-то другой энергии. Так, интересно, куда лучше, кто сильнее, это Утерит, этот или этот, ладно. Вот. Ну и в итоге этот Утер, он стал когда демоническим, он как бы стал энергию Бесрзена в себя забирать. И демонам надо было его уничтожить, чтобы Бесрзен освободился. И им там стали орки помогать, гномы. Не пойму зачем, но вот. Вот. Ну и в итоге они его убили, и Бесрзен как освободился. Правда, ему сейчас требуется что-то, то ли новое тело, то ли какое-то другое освобождение, короче, непонятно также. Ну, в общем, я вам рассказал более-менее, насколько я понял ситуацию. Держись, Геркулия.
А, да. Ты же у нас иммунен. И тогда будешь получать. Неплохо. Ведьмочка обучилась. По 10 здоровья она будет поднимать. Не густо, ну ладно, вот так. Еще я нашел здесь какие-то официальные бумаги, что эти люди пытаются поднять восстание религии фанатик. Странно. Большая точность, интересно. При захвате городов это нам поможет. Ого. Три зелья по с инициативой не всегда. Интересно. Надо вору туда послать. Сфера ужас. Вора или вора? Интересно, я вылезу из этого города? По идее, должны. Мне бы герою брони бы какой-нибудь, это он. Хиленький пока. Что-то мы империя с нежностью друг с другом. Опс. Надо бы улететь куда-нибудь. Не же, чего вы до меня докопались? Чего империю не бьете? Я вас еще даже не трогал, а вы уже меня тут по полной охаживаете. У них задача, что ли, такая именно меня? Отчекрыжить. Полечимся. Гаргулю хорошо хоть недорого воскрешать и лечить. Защитник веры и правды и рыцарь. Пусть гаргулью бьют. Я ж хотел ему этот понизить урон. Ну ладно, думаю, так справлюсь. Есть. Тетя парализатор, она это все сделает. Вица! Вица! Так, герой обучился, хорошо. Так, а мне надо драпать подальше, чтобы меня не грохнули. Так. Чё, воришка, что-нибудь стыришь? Первым делом самое нужное. Не получилось. Сразу же подвесили его. Давай еще раз.
Такс, ну куда мне лететь сейчас? Ну, наверное, влево полечу. Справа империя, пока что не хочу стягаться с героем его. Ну вот. Ух, ничего себе, он всех апгрейдил. Твою же мать, как я с ним буду драться? Привет, моя задняя линия. Обалдеть, он все-таки их отстроил. Ну, не знаю, может, он еще кого-нибудь поменяет. Он же любит там тасовать армию, обучать летать всех. Ассасины народ, конечно, веселый. Отсусинцы. Ну ладно, беру броню. То мой герой слабоват чего там. Такс. Кстати, не успел посмотреть, какого уровня героя что-то. А моего этого казнили? Да. Ну чё, пойдемте гномов лупцевать. Пока тут никого нет, нам никто не мешает. Вор. Встал тут тоже мне, блин. Не проехать, не пройти. Сам главное напугал его, но зато теперь пролететь можно. Наверное, здесь эльфийский, один из эльфийских городов. Какой злобный, всех уничтожаю. Блин, ангела бы остановить. Он сейчас начнет у меня все тырить. Белиархам это практически бесполезно. Можно, конечно, попробовать. Сот маны на этого бильярха тратить. Придется еще героя одного делать. Кстати, надо этот бросить для второго героя, сделаю мага, пусть заберет потом. Что, наверное, сейчас сделаю сразу же. Будет уничтожать всяких ангелов там. Главное, чтобы его герой сюда не летел. Так.
Роузбург. Вообще какой-то пустой город. Продолжает идти вверх, гад. Может, рискну с ним подраться. Послаблять его конкретно. Вот и гном какой жесткий-то. Зачем? Зачем я ударил? Все, приплыли. Все загорожено, перегорожено. Так, пока так. Пока что так. Прям злобный имперский воин. Вот сейчас бы на него напасть, по-любому у него там вообще супер все ослаблено. Правда, не видел, кто там на него напал. Ну-ка, отскогущая, подскажи-ка нам, что у него там имеется. Да нет, он... Его ассасины даже врагу, видимо, не дают сходиться. Хоть повреждения увеличим. Больше пока что нечего увеличивать. Что-то мне кажется, тут меня провал ожидает. Что-то как-то жестко. Да.
волшебник хорош. Даже никак себя не усилишь. Даже если все первые сходятся. Ладно. Город пока оставим в покое. Теперь отдыхай. Тихоня хочется. Да ладно, забей. Да, еще долго. Блин, сейчас нападу обязательно это. Ну давайте сохранимся. Вдруг не нападет, вдруг город будет захват. Кеснестром. Подалюка. Жалко, магии невидимости нету. Смотреть, как он тырит мою ману. Мне ему даже как это припод забыл это слово. Противостоять нечему. Его мега тактикой ассасинской. Прилетел. Что-то он не стал город захват, интересно. Или по сюжету запретили компьютерным врагам. Весь красный. Так, что тут есть? Каменный великан с алхимиком и друидом. Ну, блин.
посмотрим, что у нас может получиться. Блин, она же, наверное, вылечит. Точно. Что-то я и забыл. Ну ладно. Да! Какого перепоя, а, блин? Чё за хрень? Она же его сама вылечила, а не он резко превратился. Чё за бред вообще? Тупая хренотень, блин. Писи, такая фигня, блин. Нахрен тогда его превращал, блин. Не превратил бы, так бы добил и все. Где бы перекантоваться, полечиться бы? Пока посидим, посмотрим. Что-то медленно все происходит. Драться особо не с кем. О, молодец, Анга прям в лапы ко мне прилетела. Я, правда, не планировал сейчас ни с кем драться. Но, блин, сейчас он наколдует всякого говна и придется воскрешаться. Прилетели всякие дырки. Ну ладно, все равно мне надо было делать новую. Да чё такое? Заколебали, блин! Чё за глюки? Почему он должен нападать? Что за падла? Ещё этот, блин, всех у меня убил. Это нежить тупая, ненавижу. Да зашибись, еще героя потерял. Чё за невезуха такая? Ладно, остановлю запись, буду воскрешаться, пока тут проблемы с жезлами решать. Вернусь попозже к вам. Так, возвращаясь к вам, решил все-таки попробовать этот город отхватить, потому что мне нужен плацдарм идти дальше. Так. Ну теперь-то мне надо, чтобы обязательно у меня все первые сходились. Когда будет шанс.
Отлично. Ну, будем. Так, сколько он 90 нанес мне? Фрида. Вроде не добьет. Ну, в смысле, я не добью. Ну да. Спасибо. Мы не хотели проливать кровь, но сам нас горный клан всегда смог поставить за себя. Ну, удачи, ребят. Постойте за себя. И за того брата. Да, может, порой не всегда выгодно ставить его по центру, но с другой стороны. Так, империя отошла вниз, пока сюда больше никто не лезет. Я полечу теперь сюда. А чё? А, да, уже все ходы сделаны. Ангел никак не решится туда-сюда все. Герой там сейчас вообще все позахватывает. Там слева нежить. Давайте соединитесь. И борьба такая. Бам-бам. И чё? Не запарили тут. Чё там орки попёрлись куда-то? Чё-то я боюсь туда идти. Такой крюк сделал. Кара Игнис. Так. Вот сюда встанем. Если что, драпать будем. Блин, надо убить этого имперского воина. Он у меня забрал два моих зелья, гад. Ангел опять. Оп, я не при чем. Еще один. Ну все, наделали братьев. Наверное, там неплохо подрался, раз полетел лечиться или что. Нежить. Орки вообще прут куда-то, прут пруди их. Пруд пружу. Такс.
Ну, в принципе, этому 200 осталось опыта. Думаю, можно уже строить Пандемониуса. А, еще 200 золотых надо. Он же дорогой, падля. Пасня, вот тут встанем пока. Хочу посмотреть, что у него там осталось. Наверняка что-то потерял существенно, раз побежал лечиться. Здесь у него уже имперский его замок, имперская столица. Да ничего он там не потерял, что ж он повернул-то назад. Да, он нормального уровня так. Ладно, пусть он со своими двумя кониками не жили. Ассасинами. Магазинчик. Может, даже вора надо будет делать. Денег пока нет на всяких воров. Можно было, конечно, инкуба построить, тогда врагу вообще писец, но я планирую его в следующей части делать. Чё, ангел, туда-сюда? Не пойму я. Опять они тут выстроились. Ну я-то при чём? Почему он на меня только колдует? Я вообще не понимаю. У него запрограммировано, что ли, колдовать только на моего... на... моих существ, а на противника компьютера не колдовать. Тролль там подрался и сдох. Что за бред? Почему всегда я? Такое колдовство, строительство. Да, кайф. Мамочки, йети, охренеть, сто сейчас ударит. Мать вашу, за что мне это? Каргулия страдает. Гаргулю надо обучать. Ладно. Зато Пандемониус обучился. Да нафиг мне посохи бури какие-то. Дайте посох защиты. Или артефакт какой-нибудь. Физгер находится к востоку от нас, мы пройдем низкими, здесь мы не найдем колдуна.
Блин, магия невидимости дорого стоит. 450 жизней. Только бы не добили меня. По-любому сейчас чем-нибудь колданут. Лучше сотенькой полечусь, иначе реально будет полная жо. Так. Ладно, идем стоим. Надеюсь. Эльфы тут. Так, мне надо магию жизни. Срочно. Тяжело, пока идут бои. Эти нормальные. Империя с нежитью. Да какая у тебя скорость, гад? Как ты долетел-то? Задолбали уже моего героя трогать. Ладно, сейчас посмотрим, что нежить сделать, если ничего не будет колдовать на моих. Нет, будет. Что и требовалось доказать. Стандартно одно и то же. Хе-хе-хе-хе-хе. Не зря полечился. Тупые отродья, блин. Ладно, на этом я завершаю. Перезагружусь, надо будет улететь подальше, чтобы не достал. Пепёрки что-то тут бунтуют, короче, ладно. Увидимся в следующей части.